Че пришел? Че пришел, говорю? Метеоролог. Вот. Работаю на станции Хабарова. До этого работала 2 года на острове Котельном, на полярной станции. И как? Нравится. То есть я уже после этой работы в офис не пойду работать. Чем занимается метеоролог? Метеоролог ведет наблюдение. Некоторые путают нас с синоптиками. Вот говорят, вот, предсказываете погоду, плохо. Нет, мы только собираем данные, мы наблюдаем. То есть каждые 3 часа мы ходим на метеоплощадку, снимаем показания температуры воздуха, направление ветра, сколько выпало осадков, температура почвы, влажность, точка росы, дефицит насыщения. В общем, все эти данные собираем, вот, потом кодируем. 1.0.0.17. Это означает, что температура воздуха плюс 17.0. То есть вот в таком зашифрованном, ну, закодированном виде мы отправляем к нам в управление. Ну, а там дальше уже идет синоптиком и Росгидромет. Вот. Каждые 3 часа мы ходим на площадку. В любую погоду, в полярную ночь, в пургу, в метель, медведь рядом. Первый раз в жизни я их увидела в дикой природе, то есть до этого только в зоопарке в Новосибирске. Я когда приехала на остров Котельный, он сразу же пришел повидать меня, видать, в гости. Все, у меня истерика, мне на следующий день надо выходить на работу на метеоплощадку. Он под окнами ходит, огромный, страшно, фыркает. Но ничего, потом привыкла. Овцу быка я видела, вот недавно приходил в гости к нам. Вы сейчас вдвоем? Пока вдвоем, да. Ожидаем нового сотрудника. А один механик у нас в отпуске. Ну, а так тяжело, да, конечно, тяжело, когда никого нет, одни и те же лица, и круглыми сутками одно и то же. Появляется какая-то такая агрессия, удавленность? Полярная ночь очень сложно. Я вот там 2 полярные ночи пережила. По 3 месяца. Первую полярную ночь как-то еще более-менее силы были, с материка приехала. Вторая уже полярная ночь мне тяжело удалась. Последний уже месяц все плохо. То есть, да, нервозность, раздражительность, усталость есть, бессонница есть. То есть уже из-за графика бессонница, плюс еще полярная ночь, то есть круглыми сутками. Фруктов нету, то есть такого, что в цивилизации. Я бы сейчас бургер съела с удовольствием. Даже 2, наверное. Ну, как я сказала, мне нравится то, что я здесь свободна. То есть мне не надо сидеть за компьютером, мне не надо сидеть в канцелярии, там, за бумажками, офисом работником вообще быть. Здесь как бы, ну, свободно это, ну, сходила на площадку, измерила, то есть все, сдала срок, все остальное, там, 3 часа у тебя свободно, тем более, если еще народ есть. То есть ты сам, ну, как сам себе предоставлен, то есть захотела на речку, пошла. Я за всю жизнь столько рыбы не пробовала, сколько здесь поела, разнообразной. Там, за ягодой, за грибами, сейчас ягод еще пока нет, вот. Ну, плюс, опять же, природа, романтика.
Север,